Двухколесные выехали на дороги города теперь официально. В субботу на 6-м километре одесские байкеры открыли мотосезон. Уже по традиции любители и спортсмены в этот день соревновались на скорость. Один из фаворитов гонки – многократный чемпион Украины Никита Калинин. Чтобы показать участникам, как правильно стартовать, он даже оторвался от тренировок. Готовлюсь к чемпионату Украины в самом мощном, самом крутом классе под названием «Супербайк». Собираю свою команду. Думаю, что в этом году будет все круто. Драг-рейсинг, мотокросс, трюковая езда, стант-трейдинг. Посмотреть на настоящих смельчаков собралось несколько тысяч человек. На самом деле я не ожидал, что будет столько людей. Я очень переживал из-за погоды. Ну, как видишь, тучи нас обошли, и мы все время были под солнцем. Людей приехало достаточно много, несмотря на то, что какие-то там карантинные условия. Ну, мы все соблюдали, поэтому людей много. Все прошло успешно. На открытии мотосезона побывала и моя коллега Мишель Армант. Она в течение 2 недель старательно училась управлять мотоциклом в рамках проекта «Зона риска». А что у нее получилось, смотрите уже в эту субботу.